Илана, у тебя сейчас день рождения. Ты рада? Песики будут сниматься у нас в клипе. Мы сегодня снимаем с Миланой новый клип. Хлобысь! Иди, девочка, и учись! Так, ребята, всем доброе утро. Кто тут у нас? Это мой. Это моя. Как зовут песиков, кто знает? Им еще нету именно. Хорошие, да, такие черненькие. Я один черно-белый. Ребята, они в приюте живут, представляете? У них пока еще нет имени. Эти сегодня песики будут сниматься у нас в клипе. Мы сегодня снимаем с Миланой новый клип про собачек, да, как раз, Милан? Хорошенькие такие. Эта девочка, она приболела. Почему? Не знаю. А чем она болела? Она просто, наверное... Они кашляют обои. Они кашляют? Ну, немножко покашливают, да? У нас сейчас идет подготовка к клипу. Тут все собирают, свет, всю технику. Мы приехали в такую вот студию. Здесь будет сниматься наш клип. Тут как бы такая детская комната. Там будет еще одна комната. Здесь как бы небольшая гримерка. Тут еще один песик. Привет, песик. Он боится камер. Песик на меня что-то разгавкался, говорит, что ты тут свою камеру включил, да, песик? Ты не любишь камеру эту? Да не переживай, все нормально будет. Милана уже управляет собачкой. Ну, ее длинную не надо делать, она тут сейчас всем будет мешать потом. Она, видишь, ей не нравится, что я ее снимаю, она сразу смотрит на меня. Не нравится ей. Вот у Рекса перекус. Ешь. Ешь, пёс. Ну ладно, он тебя лизнул. Фу, бля, да? Пошли. Классная кровать. Прикольно? А Милана спит. Сейчас начнем съемки прямо отсюда. Ты будешь спать, да? Ты не выспалась? Понятно. Что ты? Что ты? Смотри, не бойся. Посмотри, что там. Чего вы все камеру боитесь? Куда ты уходишь? Боится такая. Что думает это за штука такая? А вдруг она сейчас стрелять будет? Да? Снимать будем на вот такую камеру. На вот такую пушку. Клипы у нас уже начались. Полным ходом. Мама готова. Она засела вот в такой шалаш. По-прежнему боишься этой камеры, смотри, он боится этой камеры. Видишь, я к нему подпускаю, он прям отходит от него. Он так на нее смотрит. Все, странно. Идем, малыш. Пап, отойди, мы пройдем. Привет, подружка. Привет, я сказала, без собак. Ну слушай, моя собачка там скулила, дома. Кстати, ребят, этим собачкам, они ищут хозяина своего, поэтому, кто хочет таких собачек, они живут в приюте. Можете в описании у нас посмотреть, будут контакты. Вы можете эту собачку забрать к себе. И она будет жить вместе с вами. Вообще-то я ее забрала. Поэтому, кто хочет таких собачек, ссылку в описании ищите. Милана и три собаки. Картина маслом. Привет, люди мои. Людюси, привет, привет, привет. Да, ой, такой. Разыгралась, ты разыгралась. Привет. Посмотрите, какая собачка. Она злая.
Ну почему злая? Ты же ее руками держишь, вон. Тебя же никто не кусает. Нет, меня она не кусает. А кого она злая? Она обижает. Ну, она такая более активная у нас, да? Ну что, ей 15. 15 лет? Нет, что ей 5 месяцев. Мои сиськи такие, мои сиськи, мои сиськи. Пишите в комментариях, ребят, кто хочет собак. Мне мама через месяц обещала свою собаку. А это собаки просто на клип. Это собаки просто на клип, да. А вот у этих черных собачек нет хозяина. И они очень его хотят. Так что, кому нравится, все внизу в описании. У Миланы уже сменили образ. Милана сидит, как будто красится. Милана, ты сейчас как будто накрасишься по-настоящему. Да делаешь нет, что-нибудь мама, не то. Очень сильно. И это ты уже нигде не трогай кисточкой. Положи ее, положи. Тогда... Готовим Милану к следующему образу. Сейчас будем снимать другую локацию. С кроликом. А у нас тем временем сменяется образ. Был немножечко один, теперь другой. У Миланы день рождения опять. К ней пришли гости. Гости готовятся к празднику. Там он стол. У нас даже, представляете, будет даже настоящий торт. Тут Милану готовят ко второму, точнее уже к третьему образу. Милана, у тебя сейчас день рождения. Ты рада? Ты счастлива? Да. Да? Там, между прочим, торт-то настоящий. Да, но день рождения настоящая, мама. Ну торт-то ты будешь кушать. И свечки задувать. Ну, и даже желание можно загадать. Да, нет, нельзя, потому что не сбудется, что ли? Не настоящий день рождения сейчас. У меня бы тогда было бы много друзей, бы шарики бы были. А не просто. Друзья есть? Ну, нет, Аминка, Камиль, там, Лиза. Вам сейчас будет тортик выносить? А, я тебя переименую в... Кого? Ладно, пусть будет. Молодец. Теперь достань ее задай, просто улыбнись. Не мило. Как ты улыбаешься? Каждый зуб свой. Вот, молодец. А вот, молодец. Вот, умница. Вот правильно. Теперь возьми две штуки в рот, попробуй дуть в разные стороны, если получится. И в камеру смотри. Как прошел день рождения? В кавычках нормально. Типа день рождения, да? Да. Съемки в этой студии у нас закончены. Мы сейчас перемещаемся на другое место. Милана уже готова одета. Сейчас будет новая локация в новом образе, да? Да. Будем гулять на улице с собачками? Милана, по-моему, весь день ждет этого события, когда она будет гулять с собачками на улице. Да, да. Вот. Я хочу погулять с этим, с коричневым. Ну, ты гулять будешь со всеми вместе. Сейчас еще четвертую собаку привезут. Вау! Вау, что это? Купи мне собаку. Мам, ну как без него? Да? Хочу. Я либо хочу с лимоном, либо вот этот прозрачный, который мне кажется, это не лизун. С помпончиком. А, это лизун, да. С помпончиком. Ну, я любой возьму, только ты сегодня его не получишь, потому что сегодня наши съемки закончатся уже поздно вечером. На улице будет, наверное, уже темно, а тебе уже пора будет спать. Поэтому ты можешь взять любой, но с учетом, что он на завтра. Завтра открою. Два. Нет, один. А Дани? Ну ладно, два. Ну да, они не играют, это у меня второй. Видите, вы видите этого хитрого человека? Что за хитруля? Пока мы ждем съемочную команду. Милана. Ножи! Папа, покажи, как надо, папа. Подожди, Милан, пусть папа вам покажет тебе. Хлобысь. Иди, девочка, и учись. Подожди. Ну все, отойди, давай. Отойди, пап, покажет. Силы тратишь. Ох, шалево. Погнали. Я так не могу. Зато смотри, как я могу, да? Так. В общем, у нас тут перерыв на спорт.
пока мы ждем, когда приедет съемочная команда. Так. Милана, как тебе с собаком? Хорошо. Такая маленькая, она тебя утаскивает, по-моему, быстрее, чем ты. Подожди, сейчас еще все собаки к тебе присоединятся. Ты будешь всех тащить. Мамочка, я хочу одну собаку, но не 10. А у тебя их будет целых 4. И не 100. Спокойно, спокойно, иди потихоньку. Все. Милан, ты свою песню поешь? Папа. Купи мне собаку. Хочу я собаку. Итак. Итак, папа. Чита собачников. Целых 3. Милана, что, папа тебе все-таки купил собаку? Нет. Как? Нет, подожди, я не понял. Вот 3 собаки. В чем проблема? Пап, я хотела одну собаку, во-первых. Во-вторых, это всего лишь для клипа. Но все равно, когда-нибудь моя мечта сбудет, потому что все мечты сбываются. Мне так, я так всегда думаю. Прогулка с собаками закончилась. Милана, тебе понравилось? Да, но мало поиграла. Мало все. Поиграла? Все, а украшала. Мне кажется, тебя все время уносило этими собаками. Нет, мама, мы больше не встретимся с ними сегодня. Почему? Мы сегодня обязательно с ними встретимся. Сейчас мы едем танцевать. А потом там же, в этой студии, где мы будем танцевать, ты будешь... с собаками плясать. А с роботом? А с роботом нет. Мы прибыли в новую студию. Милану готовят. У нас новый образ. Накрашена Милана. Так, чуть-чуть. Ты красота? Да. Да. А реснички? Подожди, у нас еще сейчас и бровки немножко появятся с тобой. А я пойдемте вам пока покажу саму студию. Она необычная, прикольная, она вся зеленая. У нас тут уже ребята готовятся. Тут, правда, очень жарко из-за такого большого количества света. Ребята репетируют. Петь. Милана, петь. Пока камеры переставляют, ребята охлаждаются очень душно. Я вернусь. Милана осталась одна. Ну вот и все, клип снят. Сейчас будем только надеяться, что он понравится вам. Сделать так, чтобы собачки танцевали, нам поможет специальный зеленый человечек. Я сейчас покажу вам это необычное действие. Должны сидеть спереди него так делать. Они так вот смотрят. Да, да, да. Спасибо. Люди на то сделали, да?
Милана тут держит собак. Такой вот интересный момент. С утра рассказать правду давно пора. Все же знают, если не сейчас то скажу. Все благодаря своим чудам. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, всем пока-пока. Ты чего бегаешь туда-сюда? Ты не устала, что ли? Нет.